уверен в себе. Хотя мы слышали, вот когда они брали тайм-аут с Александром Николаевичем Петкевичем, разговаривали между собой о том, что будет он рисковать и спилить вправо и уже готовить атаку. То же самое ему и сказал, в принципе, тренер, что, Жень, ну надо уже как бы рисковать. В общем-то, Штеггер очень уверен. Вот посмотрите, вот здесь вот, ну что он может, в атаку идти, Щетинин? Нет, конечно. Быстро. Вот здесь, да. Biorąc pod uwagę ten błąd, no i kolejna szansa, kolejny setball na koncie Białorusina. Пал за сборную Италии, так что вот в супердивизионе золото завоевали итальянки не только своими собственными усилиями, но и усилиями лидера Италии.